В ближайшие 3 дня пройдут матчи очередного 16-го тура Чемпионата России по футболу ФНЛ. 29 октября в субботу Махачкалинское «Динамо» проведет выездную игру в Ульновске против Волги. Начало встречи запланировано на 15 часов. После 15-го тура подопечные Горана Алексича идут на 9-й строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 21 очко. На 13 очков меньше у волжан, и они находятся на последнем 18-м месте.